dvhub.ru. Я не училась нигде этому прекрасному, как сказать, творчеству, чтобы писать, там, стих слагать, там, красками заниматься. Я никак не могла, ну, потому что семья у меня была, жизнь была, детство было очень тяжелое. Моя семья здесь, вот в Бухты-Декастре, почему меня тянет в Дальний Восток? Потому что я с детства слышала о Дальнем Востоке, о рассказах, о красотах, о этих елках, этих, обо всем. То есть и в моем детском восприятии это что-то было вообще, прожив 72 года, я с ужасом, вот сейчас говорю, какая я наивная, ехав сюда, я взяла купальник купаться в Японском море. Понимаете, вот настолько красота, это вот меня вообще не покидала.